Всем здравствуйте, ребят. Хочу сделать для вас сравнение звука акустических систем. У нас сегодня будет, ну не сегодня, у нас будет на сравнение акустическая система от фирмы Yamaha. Это модель NS1000 монитор. А также от фирмы Pioneer. Это у нас модель S701. Ребят, сразу скажу. Акустическая система Yamaha. У нее чувствительность 90 дБ, и они у нас 8-омные. Акустическая система Pioneer S701, у них чувствительность 92 дБ и 6 Ом сопротивления. При сравнении акустика от фирмы Pioneer будет звучать громче, ребят, громче. Я хочу, чтобы вы поделились своим мнением. У меня как бы уже все готово. Акустику я расположил в шахматном порядке, то есть все правильно. Все у нас будет в нулях, но пионеры будут звучать погромче. И вам казаться будет, я так предполагаю, что она звучит лучше. Поэтому либо делаем так, либо я буду пытаться отрегулировать при переключении акустических систем громкость уменьшать на пионерах и чуть-чуть увеличивать при переключении на Yamaha. Вот я хочу услышать ваше мнение, и вот так я тогда сделаю именно сравнение. Хочу, чтобы это все было правильно, как бы, и как вам интересно. Прошу вас написать это в комментариях, ребят. Просто акустические системы Pioneer S701, они уже куплены. Их купили с Ханты-Мансийска покупатель Сергей. Большой привет, Сергей. Это Тюменская область, ребят. Поэтому, пока они не уехали, я попросил его отсрочить отправку и сделать для вас сравнение. Именно вот такое. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что и как лучше. Я попытаюсь сделать, ну, именно для вас оптимальный вариант. Большое спасибо!